Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Меня зовут Анна Кафырина, рада приветствовать вас на своем канале. Мой канал о моде и красоте, о стиле, о том, как найти свой стиль, а также об уменьшопинге. В сегодняшнем видео речь пойдет о французском стиле. Француженки умеют создать, как никто, непосредственный, небрежный, в то же время элегантный образ с долей шика, в котором вы можете отправиться в любое место, будь то нестрогий офис, будь то встреча с друзьями, подругами, свидание, или даже вы можете отправиться в таком образе на прогулку с ребенком, в общем, куда угодно. Чтобы собрать образ в стиле французский шик, французский небрежный шик, вам понадобится несколько вещей. И первое – это тренч. Тренч может быть любым. Это может быть тренч дорогой, дешевый, это не принципиально. Важно, чтобы он был именно классического такого фасона. Стремитесь к тому, чтобы он выглядел как тренч классический Барбери, о котором я расскажу как-нибудь, сделаю специальное видео о том, как выбрать правильный тренч в стиле Барбери. Классический тренч будет в бежевом цвете, но синий, черный, красный тренч будут выглядеть не менее здорово, и вы можете выбрать тот тренч, который подойдет именно к вашему гардеробу, к вашему цвету гардероба, который подойдет наибольшим образом. Например, я для себя выбрала синий тренч, потому что, на мой взгляд, он наиболее подходит к моему сложившемуся уже гардеробу. Носить такой тренч в идеале, конечно, нараспашку с чуть поднятым воротником. Пояс мы завязываем не на классическую пряжку, а небрежно завязываем его узлом. Или если вы носите тренч нараспашку, вы можете завязать этот пояс сзади и будете выглядеть замечательно. Следующий пункт образа в стиле французского шика – это, конечно же, брюки-клёш. Француженки, конечно, не переставали носить брюки-клёш, ну а для всех остальных брюки-клёш набирают популярность, и вот уже который сезон остаются на пике популярности. Поэтому добавьте в свой гардероб брюки-клёш, и это тоже создаст нотку французского шика в любом вашем образе. Брюки-клёш сочетаются практически с любым образом и идут большинству девушек. Главное выбрать именно свой фасон, которые будут расклешаться либо от бедра, либо от середины бедра, либо от колена. Третий пункт – это сандалии или балетки на плоском ходу. Француженки всегда ратуют за комфорт, поэтому в их гардеробе вы обязательно встретите сандалии или балетки. Поэтому выберите для себя любой вариант, носить их можно с брюками, с юбкой, а самый поистине французский такой легкий шик придадут балетки образу с легким свободным платьем. Также в базовом французском гардеробе присутствует тельняшка, или как ее сейчас называют, бретонка. Тельняшку, так же как и белую футболку, носит абсолютно совсем. Она присутствует в любом модном французском гардеробе и сочетается абсолютно, как я уже говорила, с любыми вещами. Темный жакет мужского кроя. Сочетайте его также абсолютно с любыми вещами, с рубашкой, брюками образ получится строгим и классическим, с джинсами и тельняшкой образ станет такой в стиле casual, ну а если вы наденете темный пиджак с легким платьем, то ваш образ станет таким романтичным и немножечко таким хулиганским, но в то же время очень модным и современным. Белая рубашка мужского кроя – это следующий обязательный элемент французского гардероба. О ней, о белой рубашке, я уже говорила, как ее выбрать, зачем она нужна и с чем ее носить. И опять же, никакой французский гардероб не обходится без белой рубашки. Носить ее также можно с чем угодно, с брюками, с джинсами, с юбкой, с платьями. В моем видео вы можете посмотреть, с чем же и как сочетать белую рубашку. Где-то вот здесь я оставлю ссылочку на видео. Вот, и не стесняйтесь, приобретите себе обязательно белую рубашку мужского кроя, вы можете найти ее в женском отделе, или можете заглянуть в мужской отдел. Там, кстати, очень интересную деталь я подметила, что, ища рубашки, да и любые другие вещи в мужском отделе, если мы их оттуда берем, мы можем также немного сэкономить, потому что вещи в мужском отделе стоят немножечко дешевле, чем в женском. Это такой маркетинговый ход, которым очень хорошо можно воспользоваться и сэкономить часть своих денежек.
Два секрета элегантного стиля француженок – это черный цвет и удобные туфли. Так что если вы соедините эти два правила в одно, у вас получатся элегантные классические черные туфли-лодочки, которые вы можете надеть и в пир, и в мир, и в добрые люди, и всегда вы будете выглядеть в них замечательно и красиво. Потому что французские модницы без черных лодочек никуда. Вот так всего лишь 7 предметов гардероба, которые являются базовыми практически в любом современном гардеробе, позволят вам выглядеть с французским шигом элегантно, современно каждый день. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще этого не сделали, и встретимся в следующем видео. Пока-пока!